Как дела, друзья? Меня зовут Майкл, мы продолжаем с вами проходить Kingdom New Lands, и это Остров Черепа. И я подумал, с прошлой серии у нас 25-й день, друзья. И я подумал с прошлой серии, что мы в полной заднице. Почему? Потому что наш отшельник-лучник тупо пропал. Его не схватили, его не утащили. Он стоял вот здесь. Но сейчас его здесь нет. И его нигде нет. Частенько они прячутся вообще, если вы не в курсе, частенько они прячутся за стенами вот так. Но я не вижу его. То есть, либо это какой-то глюк, который меня реально достали уже. Эти глюки. Ни за одной стеной его просто тупо нет. А нет отшельника, значит, у нас нет баллист. И больше баллист мы не сделаем, не сможем сделать. Это, друзья, после захода в игру. Вот, после перезапуска ее. Такая беда приключилась. Да, единственное, на что стоит уповать в данном случае, это на количество лучников. На дичайшее просто количество лучников, которое может нас спасти. 26-й денечек начался. И на данном этапе, кто не в курсе, или кто призабыл, мы с вами... Подождите, здесь что-то выглядывает из-за... Или мне кажется просто... Нет, мне уже кажется, что лучник где-то здесь стоит. Даже если он где-то и есть за какой-либо вышкой, то вы сами понимаете, да, что я активировать, то есть его взять не могу, потому что подходя к вышке, активируется сама вышка. А не то, что должно быть в первую очередь. Или то, что нам важно и нужно в данный момент. Хорошо, на данном этапе мы с вами уничтожили по два портала с каждой из сторон. Это справа и слева. То есть всего 4 портала мы маленьких изничтожили. Что мы будем делать дальше, я без понятия вообще. Будем, наверное, завлекать и вербовать новых лучников. А что со статуей происходит, я не помню. По-моему, она еще работает. Но это ненадолго. Как вы знаете. Так, давай, дружочки. Докуда дойдете, до туда дойдете. А там будем посмотреть. То деревья не вырубаются, то исчезают, то появляются, то монетки летают на 10 метрах над мелкими жадными засранцами. То пропадают отшельники. Без него никуда ничего. Даже если я мог бы успеть понаделывать баллисты, хотя это маловероятно было. Короче говоря, кто знал, что он тупо исчезнет? Я даже предположить такого не мог, друзья. Ничего поделать не могу на данном этапе и в данный момент. Давай, дружок, я прикрою тебя. Ахахахахахах. Мы не были с левой стороны, вообще не добрались до большого портала. Ну, в смысле, до конца.
карты слева. Дошел, дошел, хорошо. Сейчас посмотрим, чем они стреляют. Стрелять стреляют, но хреново. Ой, хреново стреляют, ой, как хреново. Так, окей, жрем траву. И топим, 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 друзья. До самой статуи лучника. Нет, поешь, 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 поешь. Если она нагинается, наша рожка, значит, она хочет кушать. А если хочет кушать, значит, недолго ей осталось галопом скакать. Я вот не помню и не знаю. Здесь система, как я уже говорил в предыдущей серии, система немножко иная. На острове Черепа. Получается, что... вполне возможно, что зима наступит раньше. А вполне возможно, что и позже. Но обычно она начиналась где-то на 28-й, на 32-й день. Если мне не изменяет память. Как будет здесь, пока неизвестно. Хорошо, дальше я пока скакать не буду. Да и вообще, наверное, скакать дальше нет смысла никакого. А потому как там у нас... Сколько порталов здесь вообще? Я что-то как-то... в расстроенных чувствах все позабывал нафиг. Ай. Гребаный отшельник. Где вот тебя отыскать? Я знаю точно, что его не забирали. Ну, не точно, на 98% я уверен, что его не забрали, потому что он стоял... Посмотрел предыдущую серию, помните, да, в конце практически серии я ничего не резал, ничего не удалял из видео. Он стоял прямо возле мастерской баллист с баллистами. А потом... как говорят, черт меня дернул выйти из игры и зайти заново. Нет, это камушек. Я просто думал, что там кто-то выглядывает. Не знаю, как он пропал, что случилось. Как-то хрень произошла. Вернется ли он? Этот говнюк. Неуловимый. Или нет? Скорее всего, нет. Так, один дошел, смотри. Один дошел только потому, что... помните, мы там оставлялись с правой стороны? А после того, как завербовали одного из них. Двух. А с правой стороны... оставляли три монетки. Только поэтому он дошел. Сейчас нам нужно вернуть. Вернуть на прежний курс второго. Двадцать восьмой день. Но осень еще не начиналась. И это, наверное, хорошо.
Все в лагерь повозвращались. Может остаться прикрыть их? Да, потихоньку буду за ними идти. И поглядывать направо. Пока тихо. Да, от этого лагеря, конечно, пилять и пилять. Накидаю, наверное, здесь монет. Как думаете? Прокатит или они впустую? Открылся. Но открылся какой? Маленький или большой? Да, уже ночь. Короче, не знаю. Прикрыл как смог. Чуваки. По крайней мере, приблизиться. Главное потом не забыть их на следующее утро забрать. Пойдем накидаем пока луков. Накупим. Кровавая луна. Ай-яй-яй-яй-яй. И налево я уже не успею взять еще одного. Лучника. Или успею. Тут их двое даже. Так, напряженный момент. Хотя у нас их было здесь уже. Слушай, они дойдут. Они явно дойдут. Это чудесно. Значит, нападали с той стороны. 29-й день. Сейчас чувак может выскочит. Хотя не факт. А, ладно. Короче, мы с вами вербуем лучников. Вот и все. И сейчас заберем тех троих. Один опять дошел. Хорошо. Второй тоже дошел. Ну, а третий где-то потерялся. Вот он. Хватай, дружок. Хватай, дружок. Кушай рожок. Монеточки я заберу, если вы не против.
Не буду я дальше стены ставить, хотя две стены вот там было бы неплохо сделать. Очень и очень неплохо. На просто на кровавые сутки они бы две их задержали хотя бы с одной стороны. Не знаю, есть ли еще какие-то статуи. Скорее всего, нет. Даже если с левой стороны у нас есть какая-либо статуя, ну, там типа строителя, чтобы стену укрепить, да? Или что-то в этом духе, то пока я туда доберусь, пока я туда доскочу и заряжать постоянно туда соваться, вообще не вариант. Был бы олень, тогда совсем другое дело. А пока что... пока что, к сожалению, ничего поделать нельзя. Хорошо. А, так, по окончанию ночки нам с вами нужно... фигачить тому лагерю. Спокойная она или нет? По-моему, да. Грусть, печаль меня съедает, друзья. Так обидно. Ай. Ай-ай-ай. Тридцатый день. А давайте я накидаю опять здесь монеток. Хорошо, они потихоньку будут подтягиваться. А нам нужно сейчас что? Что нам нужно сейчас? Может ринуться... ринуться проверить статую? Или нет? Мы знаете, как сейчас поступим с вами? Поступим с вами вот так. И заодно удалим вот это деревце. Да, я понимаю, что слишком далеко от катапульты будет ехать. И слишком медленно. Но другого выхода нет, потому как если даже мы сейчас с вами уничтожим большой портал справа, да, то маманьке придет уже не 3, а 4, или по 3 с каждой стороны. Или по 3 с каждой стороны. Так, надо успеть. Надо это все сделать четко, капитально. Смотри, как хитро. Если катапульта будет стоять практически на стене, то интересно, как они будут поступать. То есть они смогут они разбить ее или нет? Так, вот эту крайнюю. Две я сразу не успею уже до ночи.
Вот эту крайнюю было бы хорошо успеть. Ну, я возьму, наверное, монеток. Прикрою. Ага. Те не пришли. Двое. Успели стену построить, нет? Да, успели, хорошо. Хорошо. Баблище, как всегда, дофигище. А, двое пришли. Окей, а один остался. Ну, сейчас мы вернемся за ним. Прежде с этой стороны заберем. Окей, и раз уж мы сюда скачем с вами, я думаю, что стоит в очередной раз проверить статую. 31-й денек. Давай. Надо успеть ее заправить. Не зря же мы лучников дофигище понабирали. Плохо, знаете что? Что сразу получается, как только ты поставил двойную вышку, сразу двое лучников туда запрыгивают. Ну и получается, что лучников у нас много, но те, которые на вышке, они ждут своего звездного часа. Давай, рожок, давай. Было бы клево, конечно, прям сюда добраться. Но пока у нас недостаточно большая армия, чтобы это сделать. Потому как камень тут есть, и можно очередную вышку поставить. Да и здесь тоже, смотри. С одной и с другой стороны будущего портала можно потихоньку расширяться сюда, пожертвовав в определенный момент лагерем, правда? Хотя ехать сюда катапультой... Ой-ой-ой... Даже не знаю, как вы думаете, стоит оно того или нет, сюда продвинуться. Смотри, пока зарядил статую, пока доскакал, целый день прошел. А катапульта будет ехать 2 дня. Два дня и две ночи. Да-да. Я помню, что подтянулся к нам справа один еще. Но он уже вернулся в лагерь, так что... Ничего, статуя важнее. Мне сдается так слегка. Понеслась снова. Мочи, ребятушки.
Стрел вроде много летит, но что-то как-то слабовато, нет? Хорошо, за очередной порцией валим. Мало лучников. 32-й день. Слишком мало лучников. Слишком мало. Давай, дружок. Раз. Два. Три. И накидаю на всякий случай здесь. Типа... так, хотя бы. Время до наших границ и стен нашего королевства сократилось. Думаю, что это чудесно. Давай вот этих два дерева еще уберем. Таким образом, мы лишимся с этой стороны поставки кроликов. Но так как лагерь далеко, по-прежнему. Не так, как раньше, конечно, но по-прежнему далеко. Я думаю, что это будет правильный выход. И я что-то начинаю, друзья, сомневаться в том, что мы успеем в этой серии... хотя бы один портал еще уничтожить. Сомнения меня берут. Не будешь? Нет, не хочет. Хотя... если с этой стороны попрут, что нас ожидает? Здесь, с этой стороны, мы уязвимы. И наша уязвимость состоит только в том, что... а здесь у нас лагерь. Да-да-да. Да-да-да. Так, посмотрим на кучку. Если я уберу лагерь и поставлю здесь стену, следующая стена будет где-то вот здесь. Мы лишимся кроликов. Зато у нас есть полная казна. Ну и здесь можно будет поставить еще две вышки. Что не очень выручит без отшельника. Интересно, а большие порталы здесь, они восстанавливаются? Потому что раньше восстанавливались. То есть мы разбиваем большой портал, и через некоторое время он снова открывается. Как это здесь работает? 33-й денек. Да, на 31-й мы с вами заправили статую. Я думаю, что пора... нет,
сейчас проверим, куда дошли наши чувачки, или они уже пришли. Сейчас по быру сгоняем. Если что, нам придется прощаться с лагерем, с ближним, и укреплять стены. Только после этого мы сможем ринуться и уничтожить очередной портал слева. Не раньше. Так, пожри. Хорошо. И тут у нас больше никого нет, да? Да, по-моему, почти доскакал до лагеря. Давай закинем. Денег, в принципе, хватает. Пускай идут потихоньку. Еще двое лучников. Итого мы с вами набрали в этой серии сколько? За пару дней. Ну, с десяток точно. Хватит ли этого? Может и хватит, если они не будут бегать туда-сюда. С одного края в другой. Сразу заправлю 4 штуки, хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Было бы шикарно, если бы мы еще одного сейчас напоследочек. Чувачка взяли. И тогда можно его сносить. В принципе. Да, двоих даже, смотри. Отлично. Просто супер. Сейчас они отсюда пройдут. И мы будем сносить эту штуку. А, так, и что мы успеем, не успеем? Это дерево опять просто визуально, да? Окей. А, жрём. Не успею я, не успею, не успею, не успею, друзья. Не успею. Кровавая луна просто идет. И я хочу стену поставить. Что лучше, стена или статуя? Открылся уже портал, я не, все равно не... А, блин. Хорошо, будем как-то так жить. Как-то надо выстоять эту ночку. Эту ночку нужно выстоять. Ребятушки. Ребятушки, ребятушки. Но за эту, за правую, западную, то есть восточную сторону я, в принципе, спокоен.
Пока. Пока что, да. Пока все пучком. Здесь. Ну, а там сейчас будем разбираться. Дошли куда эти наши? Ни хрена они никуда не дошли, по-моему. Не надо, рожок, не... Черт. Но я успел вернуться. Встречайте меня, я успел вернуться. Я смог. Вот эти пустые места, вот такие вот, меня иногда бесят в игре. Ну то есть смотри, сколько территории пропадает. Капец. Ну хотя бы, блин, не знаю, тут какую-то ферму поставить. Как-то ее использовать. А, поставить, не знаю, еще дополнительную на правую сторону мастерскую для катапульт. Ждем прихода. Тридцать четвертый день. Да, к статуе не успел. Смотри, как стреляют. Хреново. Очень хреново стреляют. Очень херово. Но количество дает о себе знать. Это радует. 35-й день. Хорошо, тут кроликов до хренищ всяких. А давайте будем ставить стену. И сейчас, друзья, нам нужно очень... Прям молниеносно. Статуи. Потом молниеносно назад и достроить стену. А в чем я сомневаюсь, что мы успеем это сделать? Блин, рожок. Я тебя прошу, не, вот здесь травичка есть, покушай. Нет, она не подходит тебе, засранец какой. Какой ты засранец иногда. Выжри! Утро только наступило, может и удастся. У нас с вами этот фокус. Полдня. Полдня. Полдня херня. Не успею стену поставить. Не успею. Человеческую. Давай. Давай. Нет каменной стены, нет катапульты. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче говоря, друзья, на следующее утро хотя смотри-ка, дофига у нас монет и денег.
Можно запросто сейчас наших прикрыть. Вот так на всякий я присыплю. И будем стоять здесь и слушать. Отлично. Чудно. Я думал поутру пойти уничтожить портал все-таки. Но важнее нам сейчас, знаете что? Правильно, по-прежнему лучники. 36-й день. И будем дальше их вербовать. По-моему, осень начинается, нет? Будем вербовать и подтягивать. Тут еще две стены можно поставить. Но смысла особого в этом нет, потому как у нас остается только один большой портал с этой стороны. Или не один большой. Или новенькие еще есть. Так, все хватаем. Все хватаем, все бежим. Бежим, скачем и... Побыстрее, пожалуйста. Накидаю тут монет. И заберем, значит, с той стороны. Если их никто не спер. А, там же лучники соберут. Да-да-да. Охотники. Смотри, сколько лучников. Круто. Уветь круто. Уветь круто. Круто, круто, уветь. Нравится мне такая позиция, где две рядышком стены можно выстроить. Получается, что лучники, наши войска, да, которые отступают к следующей стене, если первую разбивают, крайнюю, то они отступят недалеко и оттуда смогут стрелять. И это хорошо. Да, они собрали монетки. Такс. Друзья, 36-й день заканчивается. Ночка была... спокойной. Надо как-то рассчитывать на то, что ночь, а когда спокойная будет, тогда бежать где-то посреди ночи, скакать и заправлять тогда статуи. А, потому как, блин, варианты заканчиваются. Мы потихоньку приближаемся, конечно, наши границы приближаются к ней. Не знаю. Давайте на этом сделаем перерывчик до следующей серии, потому что все равно день 36. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ссылка на плейлист в описании под видео. Также вы там сможете найти прохождение Kingdom New Lands и выживание, когда мы выживали с вами на 5 острове. Я вас буду ожидать в других видео также. А пока. Увидим в следующей серии, чем это закончится. А, кроме того, следующая серия определит, выиграем мы или не выиграем. Пока-пока.